Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на проекте Родина Реплей, Центральный округ, Мунитесь Крюха Полканов. Не забывайте вводить по ник по регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. А я сегодня, пацаны, буду записывать интересное видео, в котором мы будем покупать квартиры по ГОСУ. И с помощью этого мы будем зарабатывать миллионы. Каким образом, я вам сейчас расскажу. Получается, есть такая команда А-панель. Сейчас я вам покажу. Здесь есть монитор. Мониторинг домов. И здесь показываются дома, на котором лежат деньги, понимаете, там есть миллион, 2 миллиона. И сегодня мы будем мониторить эти дома, будем их покупать, эти квартиры, и с помощью этого зарабатывать деньги. И потом все заработанные деньги мы куда-то потратим. Не знаю куда, либо отдадим рыжикам, либо пойдем в казино, либо еще что-то сделаем. Короче, я думаю, видео будет интересно, поэтому, пацаны, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Показывать я вам это не могу. Именно вот я не могу зайти сюда, вот не могу нажать выбрать, потому что мне нельзя показывать ID домов и показывать, сколько там денег лежит, поэтому мы это все будем делать по-тихому. Вот у меня есть команда. Вот в этой квартире, пацаны, лежит 2 миллиона. Сейчас мы ее покупаем. Вводим капчу, короче, 832, да? Все, вводим капчу. Теперь пишем хэ-меню, команду пишем хэ-меню, так вот получается, и здесь у нас есть шкаф, да, и здесь есть, пацаны, деньги, 2 миллиона, так, взять деньги, и мы забираем эти 2 миллиона, у нас просто 2 миллиона с ничего, пацаны, получилось, поэтому вот как-то так, я вот буду покупать вот такие вот квартирки, забирать из них деньги, и потом уже мы будем, получается, эти деньги куда-то тратить, но самое интересное, я вот не знаю реально, куда мы эти деньги будем тратить, кстати, квартирка довольно-таки неплохая, и мне, кстати, не надо ее даже пока что продавать, потому что у меня как бы есть возможность иметь 3 квартиры, а эта квартирка тем более находится не в плохом месте, я вам скажу, поэтому пока что я себе ее оставлю, и сейчас мы будем искать другие квартиры, где можно заработать денег. Итак, вот еще следующая квартирка, тоже возим капчу, 0.39.76, все, покупаем, купил я по ГОСУ еще одну квартирку, и здесь у нас также сам лежат денежки, поэтому сейчас мы это все будем делать. Так, иди какой-то, вот этот, по-моему, дом, а да, вот это тот шкаф. Здесь у нас есть, получается, деньги. Взять деньги, давайте возьмем. 760 486. Отлично. И также у нас здесь есть патрончики, по-моему, если не ошибаюсь, да? Давайте патроны возьмем, взять 180, почему бы и нет. У нас здесь еще и патрончики есть. И можно еще 3 гамма нарко взять. На всякий случай. Реально, пацаны, такая тема прикольная, мне очень нравится. Как бы, и сейчас просто ее ВОЗ продадим и все. Так, стопы, пацаны. А где эта хата находится? Нихуя себе. Так у него ГОСКа 2 миллиона. А чё так квартир по ГОСУ здесь? Подождите, чё? Подождите, это элитный район. Реально, один этаж просто по ГОСУ все квартиры стоят. Здесь раньше квартиры продавали по 15 миллионов. Давайте второй этаж посмотрим. А чё по ГОСУ так много? Реально, смотрите просто. Что, никто здесь больше не живет? А чё так, я не понял. Раньше здесь все квартиры были заняты полностью. Как бы, ну, тут 3 дома есть элитных, получается. А там почему-то квартиры... Ну, вот здесь тоже по ГОСУ есть. Ну, я понял, короче, теперь это не популярные квартиры. Не знаю почему, но... Здесь теперь живет очень мало людей. И половина домов, точнее, квартир здесь по ГОСУ. А здесь есть интересная квартирка по ГОСУ? Ебать, тут тоже квартиры по ГОСУ. Теперь башни, ебать, смотри, какой интерьер здесь, какой вид, ебать. Почему так много квартир по ГОСУ? Что случилось? Я что-то не понимаю. Вот эти все квартиры раньше продавали там минимум за 10 миллионов. Короче, дамы и господа, больше нету квартир, в которых есть деньги, но... Понимаете, мы на ровном месте только что заработали 2 миллиона 500 тысяч. Я считаю, это очень даже неплохо. Я реально очень доволен результатом. То есть я вам показал такой секретный способ. А кто это поставил, что вообще этого не видел? Нихуя себе, блядь, какие изменения, блядь. Вроде каждый день играю, но, блядь, что-то многого я не замечаю. Короче, сейчас надо найти, куда деньги нам потратить. Я не буду на себя их тратить, потому что, ну, это будет нечестно. Заработал эти деньги с помощью админки. Поэтому сейчас кого-то найдем, кого-то рыжика, и подарим ему эти деньги.
деньги, я думаю. Так вот, пацан поехал на автобусе. Давайте посмотрим, сколько у него есть, в принципе, денег. Если он бомжик такой, то мы ему все эти деньги, в принципе, и отдадим. Так, у него получается третий уровень. Деньги 300 тысяч, да? 389. Сейчас, короче, на остановке с ним побеседуем, я думаю. Он не хочет останавливаться, дядя. Алло, я тебе гроши хочу дать. Не, он, походу, не хочет останавливаться, он просто работает и все. Мне вот X5 этот очень нравится. Просто смотрите на эту морду, на эти фары. Номер еще украинский. Данный человек не хочет с нами побеседовать, поэтому поехали поищем кого-то другого. Так, вот, короче, челик по встречке ехал, надо его наказать. Я бы их наказал, но почему-то мне постоянно пишут то, что у меня взлом. Увидели, я команду написал, и мне пишут то, что у меня взлом. Вот, я еще раз команду напишу. Наблюдается попытка взлома. И мне команды почему-то недоступны все. Я не знаю, с чем это связано. Это уже не первый день. Надо будет это как-то пофиксить, потому что я реально не знаю, в чем проблема. Поэтому вот как-то так. Так, я механика увидел, блядь. Вот почему так сложно на родине, я заметил, найти кого-то, кому нужно что-то подарить. Реально, очень сложно это сделать. Так, иди, у него 300, да? А это вообще Анастасия какой-то. Так, ага, 10 миллионов, я понял. Блин, реально, я заметил то, что на родине очень сложно найти кого-то. Прям это вообще, я не знаю, хардкор какой-то. Прям я постоянно, когда хочу кому-то что-то подарить, это занимает очень много времени. Там час-два бывает. Я не знаю, потому что у всех все есть. И некоторые просто не хотят брать. Допустим, новички бывают такие, то что вообще не хотят брать ничего. Так, это тот пацанчик, да? Так, давайте ему трейд кину. Трейд 389. Давай, братанчик, соглашайся. 2 миллиона 500 тысяч ему дадим. Все, ебать, 2 миллиона 500 тысяч мы ему отдали. Ебать. Видите, у него как бы третий уровень, поэтому я думаю нормально. Давайте улыбается, напишем. Все-таки тот пацан, которому я изначально хотел подарить, я ему и подарил. Я думаю, то, что серия получилась реально интересная. Мы как бы заработали денег с помощью админки. Я вам показал вообще, как это делается. И мы эти деньги подарили Рыжику. Я считаю то, что это честно, потому что на себя тратить деньги, я считаю, это было бы, во-первых, тупо и неинтересно. А так я пацану дал 2 миллиона 500. Тем более, не просто хуипина, это работает на автобусе. Я считаю то, что он заслужил. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.